привет! Сегодня у меня появилось 2 часа свободного времени, и я решил посвятить их сбору грибов. Собирать буду сморчковые шапочки. К сожалению, 2 часа или 3 часа, где-то так приблизительно времени, достаточно мало для того, чтобы поехать на рыбалку. А вот, чтобы собрать грибы, в самый раз. Едем в лиственный лес собирать сморчковые шапочки. Шапочка сморчковая. Гриб семейства сморчковых. Свое название получил благодаря некоторому сходству с настоящими сморчками. Вертикально складчатая, морщинистая шляпка гриба, небольшая, в форме колпачка, практически свободно надета на ножку. Ножка гладкая, как правило изогнутая, длиной зачастую не более 10 см, толщиной до 2,5 см. У молодого гриба ножка цельная, но очень скоро формируется в середине расширяющаяся полость. Шляпка соединяется с ножкой лишь у самого основания. Контакт очень слабый. Цвет ножки белый или кремовый. Поверхность покрыта мелкими крупинками или чешуйками. Плодоносит гриб с апреля до середины мая. Чаще всего встречается среди молодых осин, берез, ив. Предпочитает подтопленные бедные почвы. Если условия произрастания благоприятны, то гриб очень часто образует большие группы. Сморчковую шапочку достаточно часто путают со строчками. Сморчковую шапочку относят к условно съедобным грибам. Употреблять в пищу грибы можно только после предварительного отваривания в течение 10-15 минут. Место сбора грибов мы выбрали не случайно. Дело в том, что в середине апреля мы постоянно приезжаем сюда собирать сморчковую шапочку и зачастую с пустыми корзинами отсюда не уходим. Сморчковая шапочка, впрочем, как и многие другие грибы, хорошо маскируется под опавшей листвой, поэтому сначала необходимо приложить максимум усилий, чтобы найти первый гриб и внимательно его рассмотреть. После такой процедуры обнаружить другие грибы будет намного легче. Как говорят опытные грибники, необходимо настроить глаз. Еще совсем недавно лес был безмолвным и неживым, а вот сейчас весенняя пора вдохнула в него жизнь. Воздушное пространство наполнилось голосами птиц и жужжанием насекомых. Весна полностью вступила в свои права.
появились у нас конкуренты, пришли на готовое место. Так что переезжаем. Не люблю толпу. На новом месте, несмотря на его перспективность, грибы мы нашли не сразу, да и полянки сморчковой шапочки были немногочисленными. Наибольшее количество грибов было обнаружено во влажных низинах. В таких местах зачастую нам удавалось найти более 10 штук. Молодые грибы из-за их малого размера было сложно обнаружить, ведь из-под опавших листьев торчала лишь малая часть шляпки. Поэтому приходилось внимательно всматриваться во все возвышенности в опавших листьях. Три часа, отведенные на сбор грибов, пролетели незаметно. Настала пора отправляться домой. Срезаем напоследок по несколько грибов, прощаемся с весенним лесом и отправляемся домой. Тихая охота на сморчковую шапочку удалась.